Когда началась война? Началась. Да? А мне было 14 лет. Вот столько, сколько Маргарите лет сегодня. Какая я была. Маленькая, молоденькая. Война началась в это время. Если ворон в вышине, дело стало быть к войне. А если дать ему кружить, значит всем на фронт идти. Что? Папу взяли через год, как началась война, папу взяли на войну. Он был на фронте. Года не отслужил и погиб на войне. И брата взяли в 42-м году. А брату не было 19 лет, когда он погиб. Погиб он на Украине, в Харьковской области. И вот так. А мы остались с моей мамой двое. А потом сразу пришло извещение о том, что он погиб. Погиб в июле, а 19 лет ему исполнилось только в сентябре. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. Во время войны что я делала? А мы все школьники старших классов шли работать на химический завод, где из руды растворяли с помощью цианида, такое есть такое вещество, вредное очень для здоровья, золото. А золото шло на приобретение вооружение для того, чтобы воевать с фашистами. Так что вот, помогали фронт ученики. Да нет, мы ж молодые были и понимали, что мы делаем. Я вот не помню, чтобы я как-то сильно уставала, хотя мы работали по 12 часов без выходных. Понятно, да? Идти в школу утром. Это был май, мы еще учились. Ко мне забежала подруга и сказала: «Победа!»